Аксель захватывает Беларусь. Оранжевый уровень опасности объявлен в стране из-за циклона. Сильный снег и метель на большей территории страны привели к задержкам движения. В Минске аварии на дорогах не зафиксированы, зато водители отмечают заторы, перебои в графике движения общественного транспорта. Что сейчас творится на улицах города, в аэропорту и есть ли жертвы непогоды? Владимир Королев весь день следит за капризами погоды. Сильный ветер и метель на большей части страны. Практически весь день циклон Аксель засыпает Беларусь. Несмотря на сложную дорожную обстановку, всплеска аварий не зафиксировано. Снежное месиво на трассах и улицах наложило право вето на резкие маневры и высокую скорость. Максимальное число аварий за прошедшие сутки зафиксировано в самой теплой Гомельской области, почти 7 десятков столкновений. В таких погодных условиях водители должны понимать, что мгновенно сделать проезжую часть идеальной для езды не представляется возможным, и для этого есть свои нормативы. Поэтому необходимо выбирать именно безопасную скорость, а не максимально допустимую на каком-либо участке дороги. И об этом говорят правила дорожного движения. Снегопад не принес значительных перебоев со светом, тем не менее бригадам Белэнерго приходится выезжать на устранение неполадок. В МЧС пока также не фиксируют чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой и обещают при необходимости мобилизоваться за 90 минут в усиленный режим. Как передают наши коллеги из регионов, снег идет во многих областях, однако не привел ни к каким чрезвычайным ситуациям. Здесь рекомендация от МЧС в случае ухудшения погодных условий по возможности отказаться от поездки, пожилым людям, престарелым, если есть такая возможность, отказаться от выхода на улицу. Помни, что в случае любой нештатной ситуации нужно звонить по номеру 101 или 112. В штатном режиме пока работает и национальный аэропорт Минск, единственный отмененный рейс на Калининград, и то не по вине наших авиаслужб. Накануне вечером в аэропорту, предположительно из-за непогоды, Airbus A321 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сломал переднюю стойку шасси. Из-за инцидента аэропорт не работал больше 15 часов. 400 машин днем и около 300 ночью. Только в столице спецтехника высыпает на дороге тонны реагентов. Усилия направлены и на очистку пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, подземных переходов. На расчистку этих зон задействовали более 800 человек в Минске. Из-за снегопада в столице нарушен график движения общественного транспорта. Как нам сообщили в предприятии «Минсктранс», задержка в движении автобусов и троллейбусов составляет до 16 минут, трамваев до 7. Владимир Королев и Анатолий Долотовский, «Зона X».